Спокойно. Внезапная ревизия, всем оставаться на местах. Накладные. Ключи. Товарищи, к результатам ревизии мы должны подготовиться заранее. Так, кто у нас в этот раз будет сидеть? А? А? А почему я? Если человек тянет, то на него и наваливают. Я в прошлый раз сидел в год лошади. Какой лошади? А какой? Вот той самой. А он в год обезьяны сидел. У нас по графику все. Садись. Ну, я так сразу не могу. Без подготовки. Погоди, погоди. Ко дню рождения тебе пижаму купили? Угу. Подарили? Угу. Полосочку? Ну, и зарплата тебе будет начисляться по-прежнему. Часть на книжку, часть семье. Будешь вроде как бы в загранплавании. А как же 20% северное? Угу. А выслуга лет? Ну, ты бандит. Это зависит от срока, который ты получишь. Ты лучше не теряй время. Давай меха в ломбард, хрусталь порой чем развези. Давай. Так это я с прошлого раза еще не забирал. И правильно, и правильно. Молодец. Шальфик тебе тепленький. Бельгишка северная. Вот. Снегоходы. А, и душегреечка. Хорошая. Так, топ паёк ему дай запрятный. А чё разговор? Ехадныгин, не жалей. Колбаски там. Сейчас отоварим. Зернистый, черный, красный. Коньячок сюда. И вот тебе подорожный. На. Ну ладно, на. Хорошие вы мои. Грустно мне будет там без ничего, вас. Ничего. Через год Ханыгин к тебе приедет. Его очередь. И уж тогда... Все там будем. Ревизия закончена. Ну, знаете ли, я всякое видел. Но то... Тут полный порядок. Выношу с вашей базы самые хорошие впечатления. А кто же все-таки сидеть-то будет? А?